Дорогие друзья, приветствуем вас в проекте «Обогащайся» в рубрике «Моя история». И сегодня своей историей поделится Дарья Кульчинская. Дарья, добро пожаловать. Очень рада тебя видеть. Привет, я тоже. Расскажи, пожалуйста, о себе. Мне 25 лет, я родом из Беларуси, выросла в православной семье. В 2012 году я решила поступить в Польшу, и вот уже как 3 года назад я закончила экономический университет, получила образование и работаю сейчас на данный момент как административный менеджер. Вот. Все это время я, получается, была в поисках себя. Меня жизнь приводила к таким моментам, когда мне надо было менять место жительства, и я и жила, и работала в Испании, и уезжала жить в Германию, но в итоге все сложилось, я вернулась все-таки сюда, в Польшу, и все это время я пыталась добиться успеха, пыталась добиться того богатства, то есть шла, следовала за тем, чтобы обеспечивать свою семью, трудилась на разных работах. Я работала и официанткой, и в отделе продаж, и менеджером, и в отеле, и рецепционистом. То есть каждый раз я искала свою дорогу, свой путь, чтобы обеспечивать себя и свою семью. И я посвящала очень много времени этому. То есть я была постоянно занята, я постоянно работала с утра до вечера, с понедельника по воскресенье. И вот даже когда я приехала сюда, в Польшу, я понимала, что как бы так должно было случиться, но это было моментальное решение, и я очень сильно трудилась. И в какой-то момент я поняла, что вот что-то меняется в моей жизни, потому что я понимала, что так быть дальше не может. То есть я трудилась, я отдавала себя полностью, я тратила на это силы, и я очень сильно уставала. Но, тем не менее, в душе, в сердце я знала, что вот что-то меня ждет, что-то такое необычное. Дарья, у тебя был такой плотный график, ты много работала, ты ставила цели, достигала их. А вот в какой момент ты поняла, что тебе нужен Бог, вот такие серьезные, глубокие отношения с Ним? Я, наверное, это поняла еще в детстве. То есть я понимаю сейчас, что я это понимала еще, когда была совсем ребенком, но я просто не знала Его, не знала, кто Он такой и что Он такой. То есть были какие-то моменты, испытания, и когда ты молишься Богу, и Он тебе отвечает, помогает, то есть были какие-то небольшие проблемы, а потом все стало хорошо, и ты как бы все и забываешь. То есть я каждый раз это понимала, и вот уже когда, наверное, вот 5 лет назад, когда мне начались встречаться люди, которые открывали мне двери к познанию Бога, которые мне рассказывали о Библии, потому что я вообще ничего не знала, я как бы имела представление, но я не вникала в это. И когда мне рассказывали те или иные ситуации, когда мне говорили о Иисусе Христе, когда мне показывали местописание из Библии, я понимала, что я абсолютно ничего не знаю. Я понимала, что как многое мне еще предстоит узнать, потому что это на самом деле очень обширная тема, это вообще процесс всего этого познания. И вот как раз-таки ровно 5 лет назад мне эти люди начали открывать двери, я начала познавать Бога, это все было постепенно, то есть это не было, что я его хоп и узнала. Это длилось на протяжении 5 лет. Я узнавала его с разных сторон, то есть я искала его. У меня не было рядом тех людей, которые могли бы мне с этим поделиться. То есть эти люди, которые пришли в мою жизнь, открыли дверь к познанию, они потом ушли. То есть Бог так дает нам людей, чтобы мы как бы сами к Нему приходили, да. То есть я потом уже, когда это все анализировала, понимала, вот у меня складывались картинки, складывались пазлы в моей голове, и я понимала, что Бог так чудно просто действовал в моей жизни, потому что были
на самом деле такие проблемы в жизни, которые ты понимаешь, что, ну, как их решить? И задаешь такие вопросы, а почему, что и как? И когда ты держишь Библию, когда ты держишь рядом с собой окружение, которое помогает тебе в этом расти и развиваться, ты понимаешь, что вот оно то, вот те ответы. И это все длилось, длилось и длилось. Когда я жила в Германии, у меня был тоже непростой период, и я в последние 2 года очень сильно молилась. Я еще тогда его не знала, я просто знала, что он существует, но как бы именно истины я не познала. И я молилась и просила Бога, чтобы Он меня привел на тот путь познания, чтобы я прям ощутила это. И просто чудным образом я опять возвращаюсь в Польшу. То есть я уже предполагала, что я туда вернусь. Я возвращаюсь. Пусть у меня была такая закрученная жизнь. То есть я работала непрестанно с утра до вечера. Да? Но тем не менее, как бы я проходила этот путь и дальше молилась. Дальше я искала, потому что я понимала, что это что-то не то. То есть это тот путь, это то направление, но это еще не конец. И я всегда в себе ощущала, знала, и меня поддерживали мои родные и близкие, что меня ждет что-то невероятное в моей жизни. И вот буквально конец 2019 года я опять встречаю людей, которые меня буквально просто не то чтобы открыли двери, а ввели меня в Дом Божий. И тогда я немножечко испугалась, но я открылась, я не закрывалась, потому что я знала, что он мне нужен, что я его ищу, я искала эту правду. И все, и буквально с начала 2020 года я посвятила себя. Пусть я опять дальше работала, но я понимала, что эта работа сейчас изменится, что этого не будет, что я буду больше времени посвящать именно своему познанию Бога. И я не останавливалась, я искала, молилась. И вот тогда я начала понимать, что даже сейчас я понимаю, что Бог был со мной всю мою жизнь, что Он меня окружал своей лаской и заботой, а я просто этого не понимала, я не знала этой правды, меня не учили, потому что я выросла в православной семье, мне не рассказывали об этом, я просто следовала каким-то традициям, то есть так, как говорили, велели мне, так я и делала. И я, по сути, даже не задавалась вопросом. То есть, так, ничего, значит, так и значит так. Ничего не надо делать в этот праздник, значит, ничего не надо. А что за праздник? Такой вот. А вот история в подробности я не вдавалась. Мне, наоборот, казалось это каким-то таким, странноватым. Вот. Но когда я вошла в Дом Божий, когда я встретила тех людей, и когда я начала его познавать с каждым разом, это происходило просто невероятно и настолько быстро, и каждый раз я не останавливалась, то есть я продолжала дальше молиться, но я заметила колоссальные изменения, я заметила то, каким я была человеком до и каким я стала, вот когда я пришла в Дом Божий, когда я стала на этот путь познания, когда я начала его искать и в любом моменте, в любом движении, в любом человеке. Дарья, ты сказала, что в тебе начало все меняться. Вот слово «все», расшифруй, пожалуйста, что именно начало в тебе меняться? Какой я была до этого всего? Я чувствую эти изменения именно в моем характере и в моем проявлении по отношению к людям. Я всегда хотела, стремилась к этому большему, к какому-то независимому богатству. То есть у меня были тоже свои минусы в характере, свои какие-то недостатки, и я как-то осужденно к этому подходила. Но когда я встретила Бога, я приняла себя такой, какая я есть. Я простила себе все свои грехи. Я поняла, что Бог уже меня полюбил такой, какая я есть. И, конечно же, я очень жалела о тех своих поступках, которые я совершила. Но с приходом этим я поняла, я отпустила это все. И мне стало легче жить. Я стала радоваться еще больше жизнью. Любовь из меня выливалась просто через края и продолжала
продолжает выливаться. И я понимаю, что это еще не конец, что это вот только мое это преображение меня, то есть я по-другому уже общаюсь со своими близкими и родными, я по-другому воспринимаю свою жизнь, то, где я нахожусь, то, что меня ждет, потому что раньше это были такие, почему вот что-то так не получается, почему каждый раз я себя полностью отдаю, а сейчас я понимаю, что я хочу идти за этим, только за этим. Вот, то есть открываю себя еще больше и больше с этой полнотой любви, с этой полнотой добра, с этим познанием всего. Дарья, ты такая радостная, такая вся счастливая. Скажи, пожалуйста, какое у тебя было самое яркое, самое запоминающееся переживание с Богом? Самое яркое и запоминающееся это было, когда я, наверное, приняла Духа Божьего, когда я познала Духа Божьего, когда я познала, что Он окружает каждого из нас, что даже если ты этого не понимаешь, Он уже есть. И эти ощущения были невероятными. Я это поняла, и сейчас с каждым разом я ощущаю его еще больше. Я впускаю его в свою жизнь еще больше. То есть это не было... Раньше это было совершенно по-другому. Я как бы ощущала его, но я не знала, как я уже говорила, я не знала истины. И сейчас, вот читая Библию, ходя в протестантскую церковь, я понимаю, что я его ощущаю. Я ощущаю его всем своим телом и разумом, где бы я ни находилась. Он у меня открывается и показывает себя через каждого человека, через все, что меня окружает. И я этого не имела, когда я ходила в православную церковь. Я это не имела, когда я вообще жила отдельной, другой жизнью. То есть это можно вообще сравнить, это как два разных мира. То, когда ты живешь так, как живут все, как живет мир, и то, когда ты живешь духовно, когда ты живешь обок с Богом, когда ты ощущаешь Его Божье присутствие. И когда я поняла истину, когда я поняла, кто такой Иисус, что Он отдал свое тело и кровь за грехи мои, что Он уже спас меня своей благодатью и милостью, что Он спас не только меня, а спас еще всю мою семью. И когда я это поняла, я ощущаю невероятное преображение, ощущаю невероятное наполнение этой радости, любви, этого спокойствия, этого благословения Божьего. И я хочу, чтобы просто это почувствовали каждый. Я хочу очень, чтобы почувствовала моя семья, потому что они не понимают еще этого. Они не ощущают этого. Они идут как за культурой, за традициями, за то, что делают люди. А я приняла и поняла, и полностью себя этому отдаю. Дарья, ты сказала, что в течение 5 лет ты встречала людей, которые шаг за шагом тебе что-то показывали в Библии, рассказывали, делились своими историями. И так постепенно ты открыла свое сердце Богу. Да. Ну и сейчас у тебя тоже есть такая возможность сказать людям, которые сейчас смотрят твою историю, сказать те важные слова, которые ты сама слышала. Да, это очень важно. Очень важно не просто ходить в церковь, да, ту или иную, а очень важно понимать, для чего ты туда ходишь, и ради чего ты туда ходишь, и что ты там делаешь. И есть ли какое-то ощущение того, что твоя жизнь именно меняется от того, что ты ходишь в церковь. И я очень хочу пожелать дорогим зрителям, чтобы они молились, чтобы Бог им открыл этот путь познания, если они еще этого, конечно, не приняли. Чтобы они поняли и осознали Божью любовь за то, что
за то, как Он любит нас и хочет, чтобы мы были с Ним еще ближе. И я очень хочу, чтобы сердца каждого открывались, открывались к познанию Его, к познанию истины, потому что это занимает, это такое время, это такой процесс к этому всего, потому что нельзя просто так за один момент понять и принять это, да, каждый раз будут всплывать какие-то моменты, как у меня пазлы, картинки какие-то, того, как Бог действует в твоей жизни, и для меня это было колоссальным успехом, и я понимаю сейчас то, что когда я вот так вот трудилась, я понимала, что я шла просто, ну вот, куда-то не туда, я каждый раз это ощущала, понимала, и каждый раз что-то изменялось в моей жизни, но сейчас я понимаю одно, что то, что сейчас со мной произошло, это невероятное. И я не хочу назад, я не хочу уже отдавать себя полностью исключительно работе. Я хочу посвящать время с Богом, я хочу познавать Его еще больше. Я хочу ощущать Его с каждым разом все больше и больше, все ближе и ближе. И желаю этого всем. Друзья, делитесь этим видео. С вами была я, Елена Василец, СЦХ Повноц, Варшава.